Ну, ощущения очень положительные, все очень круто. Вот очень молодцы организаторы, что такой конкурс как бы придумали. Заявляться сразу, говорю, я туда не хотел, потому что мы проиграли, расстроились. Но потом как-то собрался с мыслями, думаю, дай, ну, сыграю. Когда пришли, ну, профессионалы со «Спартака», ну, они вдвоем были, и никто не захотел, ну, участвовать. Я пошел, а потом мой товарищ Стас вот с команды пошел. Мне было очень сложно продумать, потому что у меня арсенал был очень маленький, я не занимаюсь этим, как бы. Ну, то есть и в играх мало забиваю сверху. Вот. Как продумал, ну, друзья частично подсказали, да. Вот последний, допустим, бросок, когда двое моих друзей легли, это вот они подсказали. А до этого я делал все, что я, ну, умел лучше всего. Для стрельбова нет плохой погоды. Еще раз мы убеждаемся в этом. И посмотрите, сколько народу пришло. Это очень круто, то, что, ну, в воскресенье люди с выходной день свой идут и смотрят, как, наблюдают за стрельбовым. Это очень круто. Первый конкурс сламданков, где участвовал в качестве судьи. Ну, я очень, конечно, болел за наших ребят, но так вот бывает, что последний бросок Саня не забил, проиграл. Ну, ребята радуются, и то, что любители перепрыгали профессионального игрока, видите, как вот бывает все. На самом деле показывают хорошее качество баскетбола. Все ребята сильные. У нас здесь собрались в плей-офф, это вообще все самые сильные команды собрались и показывают хорошую борьбу. Вот. Ну и победит сильнейшая команда.